И снова всем привет. Мы продолжаем обучение. Всем привет. Продолжаем обучение мануальной терапии и специальному мануальному массажу. И сейчас перешли к шейно-воротниковой зоне. Первый сет мы сделали, это получается от плечей до таза, протолкали таз туда, да, то есть плечи, поясничная зона. Сейчас переходим сюда уже, к зоне непосредственно шейной. Масла тут много не надо, буквально вот чуть-чуть. Да. И вот на чем мы закончили. Закончили тем, что художник снимает, стирает картину, да? И сразу переходим к растиранию вот от этой зоны. Почему у нас, еще раз повторяю, входит массаж шеи от макушки до окончания зоны лопаток. Потому что до 5-6 позвонка тянутся ременные мышцы вот отсюда. То есть мы вот тут начинаем разминать, растирать. Быстро, энергично доходим до трапеции верхней и ее проминаем вот так вот спиралевидно и локтями. Подкидываем как бы вверх, вот подкидываем вверх. Ракеты? Да, это получается запуск ракет по потенциальному врагу. С-500 пошла. Фух, тут шахта находится, да? С-500, С-700. И продолжаем растирать. Тепло почувствовал? Да. Вот почему нам не надо обходить лишний раз вокруг человека, да? Из-за эргономики. Просто у нас такая пружинистая поза, полуприсед, да? Мы разворачиваемся вот так, и вот эту зону все обрабатываем инвертированными ладонями растиранием. Сначала растерли все, вот до плечей можно. Вот, теперь мы ее прищепляем, как бы вот так вот пальцами, да, вот эту мышцу, и туда-сюда растягиваем. Вверх-вниз. Прям большой пучок мышцы, туда-сюда, туда-сюда. Потом ее вдоль вытягиваем и переносим весь тело на другую сторону. Быстро, энергично. 3-4 таких прохода. Потом вытягиваем саму трапецию и в длину вытягиваем. Вытягиваем дальше все вместе. И у нас пальцы большие становятся вот как раз в ямку акупунктурной точки, где акромиальный отросток крепится к ключице. А сама рука заворачивается вот так, и лапа леопарда превращается в куриную лапку, где мы вот все пальцы должны в стороны, должны отодвигаться в стороны, все пальцы разъезжаются. Дельтовидные, да? Да, это мы дельтовидные мышцы вот отжимаем, получается, всю от костей отжимаем. Прием называется эполеты. Нарисовали эполеты. И опять натягиваем одеяло на себя. За трапецию, да, потянули, вытягиваем ее. И руки сразу же превращаются в кулаки. Кулаки упираются и прямо жестко в тело. Видите, я даже присел, чтобы вот жестко в тело был упор. Вот туда разминаем, так достаточно жестко. Предупреждаем человека, что будет больно. Тут обычно бывают такие прям шарики каменные в этих мышцах. Струны. Струны, да. Доходим, разминая до черепа. И теперь разрезаем костяшками вот этими. Вот этими. Разрезаем прямо шею, как колбаски, да, вот на дольки. То есть отделяем позвонки друг от друга. Ну, условно, должны 6 раз сделать, да, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Рука превращается в лапу леопарда. То есть, и делаем прием шестеренки. Подкидываю эту мышцу. Раз, два, три, четыре. Снизу. Видите? Раз. И обратно так уходим. Ну, пару раз так сделали, и теперь отошли назад, и прямо лапа леопарда натянули на себя, и за затылок вот вытягиваем шею, декомпрессируя ее, да. Только смотрите, если будете косточками давить вот прямо так, да, это будет болезненно. Поэтому делаем вот такую лапку, сферическую, да, сферическую, чтобы мягенько, ну, вот вся она такая должна быть прижата, чтобы мягче было, то есть мы мягче за затылочные кости вытягиваем, продрожали так. И дальше тигр выпускает когти. Но это будет уже точечная техника. В следующем сете мы перейдем. Сет номер 3. Это волосистая часть головы и уши. Об этом в следующий раз. Я вам расскажу. С вами был Олег Лавгудвин. А вам лучше не смотреть видео, а быть здесь, присутствовать и отрабатывать все друг на друге на живой натуре. Пока-пока. До новых встреч.